Всем привет, компания Рива вас приветствует. Вот у нас купили новый прицеп компакт. Сейчас пытаемся разворачиваться. Данный прицеп называется MZSA-8177-1C.012. Это прицеп серии компакт для лодки, для гидроцикла можно, для байдарки использовать. Полностью оцинкованный, подвеска здесь рессорная, фирма Alcocober, трехлистовые рессоры стоят. Вот, светотехника полностью присутствует. Значит, 4 ложемента, 2 длинных ложемента и 2 коротких. Лебедка установлена, полностью все это настраивается у нас. Настраивается под конкретное судно. Колесный ход здесь уже не регулируется. Вот так выглядит наш прицеп. Ты хочешь загнать в этот промежуток, да? Фонари здесь несъемные, но их также можно топить в воде. Для того, чтобы нормально они работали, нужно будет просверлить с верхней части фонаря отверстие 4 мм и с нижней, для того, чтобы вода быстро заливалась и быстро сливалась. Для того, чтобы контакты не окислялись, лампочки нужно просолидолить, то есть сток или лампочек просолидолить. Тогда фонари будут в сезон точно без проблем у вас работать. Здесь присутствуют поворотники левый и правый, тормоза, габариты и противотуманный фонарь. Стоят задние треугольные отражатели. Вот так выглядит сзади прицеп у нас. Еще раз повторяю, полностью оцинкованный, не ржавеет. Это самый лучший аналог из дешевых, недорогих прицепов для лодок. Давай, пока, Иван, счастливо. Заезжай потом с лодкой. Хорошо. Давай, пока.